И еще об одном жутком ДТП в Ременской области. На трассе Киев-Чоп грузовик влетел в молоковоз, который выезжал со второстепенной дороги. От удара фура мгновенно вспыхнула. Ее водитель сгорел заживо в кабине. Водителя молоковоза госпитализировали с сильными ожогами. Изувеченные машины перегородили проезжую часть. Чтобы оттащить их, спасателям понадобилось несколько часов. Из-за этого на трассе образовалась пробка длиною 16 километров.